Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я хочу вам показать просто огромнейшую подборку классных бесплатных вещей. Поэтому заранее ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И также все ссылочки с этими играми я оставлю в своем телеграм-канале. Так что скорее бегите и подписывайтесь. Ну что ж, а я начинаю после небольшой рекламки. Нужны робуксы для покупки предметов, питомцев или доступ к эксклюзивным возможностям в Roblox? Тогда тебе на плей. Playrock.com. Playrock – это маркетплейс игровых товаров и услуг, в котором более 300 игр и приложений и широкий ассортимент игровых товаров. Кстати, сейчас можно купить 400 робуксов по скидке 14% за 400 рублей. Донат осуществляется легально через официальный магазин в игре. Регистрируйся на сайте через удобный для тебя способ ВКонтакте либо Google, а далее выбирай нужный для тебя товар и оплачивай удобным для тебя способом, либо через банковскую карту, Kiwi кошелек или, к примеру, новый способ Билайн. 10 минут и все, 400 робоксов у меня на аккаунте. Также помимо доната можно купить и аккаунты или другие различные предметы. Рейтинг просто бомбический, более 900 тысяч отзывов, оставленных после покупки. Так что покупать здесь надежно и безопасно. Скорее переходи по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Первая игра у нас называется очень просто. Для этого мы в поиске вбиваем название ПК. Как правильно это произносится. И у нас тут выплывает вот эта вот игра. Вот так вот она у нас с вами выглядит. В нее мы с вами и переходим прямо сейчас. Не знаю, по-моему, название на каком-то корейском или на каком-то языке. Ребят, кто разбирается, скажите. Заходим. Мы уже на этой игре. И что нам нужно с вами делать? Нам нужно бежать до каких-то платформ. Сейчас мы пробуем с вами их найти. Как они у нас выглядят. Вот. Нам нужно зайти вот именно на этот плейс. Да, вот так вот он выглядит. Для того, чтобы нам получить с вами первую вещь, нам нужно бежать прямо сейчас к вот этим вот платформам. 5 minutes later. Так, все, бежим за первым зайцем. Ребят, подстрелила первого зайца. Бежим и кладем его вот туда вот. В этот желтый круг. Всего нам нужно, так понимаю, собрать 5 зайцев. Если честно, я до сих пор не разобралась, как подстреливать вот эти вот платформы. А, все, я поняла. Нужно зажимать, ребята. Нужно зажимать. А я, дурочка, этого не делала. Все, бежим за нашим вторым зайцем. Собираем и несем в корзину. Так, третий заяц на подходе. О, вот тут нам подсказывают, нужно собрать, получается, еще 2 зайцев. О, нам какой-то попался желтый заяц. Ого, я такого даже не думала, что он мне попадется. Интересно, в этом есть какое-то отличие от белого зайца? Чем-то он отличается, кроме как цвета? Ну нет, по-моему, нам зачитался он за обычного самого. И 5-я платформа. Давайте в нее сейчас мы с вами выстрелим. Ай, промазала. Все, попало. Ура! Все, ребята, собрали наших с вами зайцев. Сейчас мы с вами обратно возвращаемся на базу. И далее что мы с вами делаем? Мы заходим вот в эту игру. Я уже тут, и чтобы нам получить следующие 100 монет, нам нужно пропрыгать вот по этим лианам. Ай-яй-яй, с первого раза не получилось, может быть, со второго получится. Короче, ребята, заглядывая наперед, у меня получилось пройти эти все кувшинки и забрать нашего долгожданного зайца только, наверное, с 10-й попытки. Я там вся, блин, все свои нервные клетки потеряла, так что будьте внимательнее. А, ребята, у меня получилось, все. Слава богу, собрали. Что ж, ребята, сейчас мы с вами возвращаемся обратно в наше лобби. Что мы с вами делаем? Нам нужно сейчас вот подбежать к этому первому столбику. И по факту мы с вами должны получить вот эту бесплатную вещь. Все, ребята, да, мы это сделали.
Сбоку у меня вот получился такой вот бейджик. Идемте, я буду вам показывать, что за крутую вещь мы с вами получили. Я думаю, она вам обязательно должна понравиться. Вот так вот, ребята, наша вещь выглядит в инвентаре. Соответственно, как всегда, я тут не прогрузилась в ней, поэтому пойдемте снова в каталог аватара, я вам покажу ее там, как она выглядит. Это, ребята, у нас такая вот шляпа интересная. И вот так вот она выглядит. Просто посмотрите, какая прелесть. Реально, это одна из самых топовых и бесплатных вещей, которые я когда-либо получала. Ну что ж, в поиске вбиваем название этой карты. Вот такое вот у нас длинное название, ребята, пишите внимательно. Zara Lashon Lunch Party. И вот, ребята, вот так вот выглядит наша игра. Заходим в нее. Все, ребятки, я очень быстро прогрузилась, и смотрите, что мы делаем дальше. Для того, чтобы нам получить нашу бесплатную первую вещь, мы с вами бежим вот к этому прекрасному, замечательному замку. Кстати, экспозиция в этой игре очень яркая, прям высоко. Ладно, не суть, бежим. И вот так вот, ребята, выглядит наш ключик «Take me there». Тут написано, сразу же забираем. И теперь, ребята, мы оказываемся в... где? В нашем замке. И нам нужно теперь бежать вот в эту комнату. И тут же, ребята, получаем наш бейджик. Хочу, ребята, отметить то, что это мы с вами получили пижамку вверх и низ. Чуть позже я вам ее покажу, как только получу все бесплатные вещи. Что ж, а теперь, ребята, идемте получать с вами вторую вещь. Для этого нам нужно бежать вот в этот шкаф. И здесь, забегая в эту комнату, мы с вами должны поиграть в игру. А именно, сейчас я вам покажу. Смотрите, тут нам нужно собрать какой-нибудь образ. Давайте попробуем что-то такое сделать. Ну, я, ребят, надеюсь, вы поняли, да, в чем суть этой игры. Тут я не запомнила. Несмотря на то, что я очень много раз проиграла, я все равно получила бейджик, который означает то, что я получила нашу вторую бесплатную вещь. Ну что ж, ребят, и теперь идемте получать третью вещь. Для этого мы с вами должны выйти из этого замка. И смотрите, что теперь мы делаем дальше. Теперь мы с вами бежим к реке. Она у нас находится, по-моему, тут. Спускаемся с вами вниз. И теперь мы с вами видим вот наше предстоящее задание. Нам нужно будет с вами кататься на лодках. Ну все, поехали. Суть заключается в том, то, что мы с вами должны проехать через голубые кольца на этой лодке. Наконец-таки я все прошла и получила наш бейджик, который находится у меня теперь в инвентаре. Ну что ж, пойдемте-ка, ребят, сейчас зайдем в каталог аватар и попробуем составить какой-нибудь классный образ с вещами, которые я только что получила. Конкретно, ребят, смотрите, что я получила. Как только я выполнила первое задание, я получила вот эту пижамку, о которой я ранее говорила. Во втором задании я получила вот такой вот постер. И давайте попробуем обновить страничку. Должен будет появиться вот наша третья бесплатная вещь. Сейчас мы все это примерим и будем просто красотками. Ну что ж, ребята, я думала, что я какой-нибудь классный образ попробую составить, но тут даже ничего не нужно делать. Мы в этой игре полностью получили полноценный образ, а именно вот такую вот прекраснейшую пижамку. Ну согласитесь, что выглядит она реально очень мило. И вот такой вот, ребята, ободочек. Выглядит тоже классно, особенно в сочетании с моими волосами, это смотрится очень круто. И да, ребята, если хотите приобрести такие же волосы, стоят они не сильно дорого, я их покупала за 75 робаксов. И вот такой вот, ребята, диск Zara. Я не знаю, какие, наверное, очень короткие волосы нужно надеть, чтобы он был виден. А так вот мои волосы полностью перекрывают его. И для того, чтобы нам получить с вами следующие две бесплатные вещи, они, кстати, находятся в одной игре, в поиске вбиваем название вот этой игры. Вот так вот она у нас называется, Blueberry Clothing Store.
мы сейчас в нее заходим. Такая вот у нее тут аватарочка. И смотрите, как только мы с вами прогрузились в игре, кстати, эта игра немножко лагает, так что обратите на это внимание. Главное тут не торопиться, не совершить резких движений. Даже вот сейчас вот я играю со своего компьютера, немного как-то странно подлагиваю. Смотрите, для того, чтобы нам забрать первую бесплатную вещь, нам нужно вот подбежать в эту сторону. Получается главный вход и поворачиваем налево. Подбегаем вот к этой будочке. Тут, кстати, у нас так, не так уж и много народу. Нажимаем на буковку Е, и тут вот нужно нам с вами сделать фотографию. Делаем на счет 1, 2, 3 фотку. Замечательно, ребят, сделали фотографию, и вот здесь вот у нас с вами должен появиться бейджик. У меня он не появился, потому что эту вещь я уже получила. Но я знаю, что многие из вас этого не сделали. Давайте сейчас я вам покажу, как эта вещь выглядит в инвентаре, и мы с вами пойдем получать еще одну вторую вещь, потому что недавно вышло обновление в этой игре, которое можно забрать теперь еще и вторую вещь. Снова повторилась, да, я умею. И вот такую вот, ребята, маленькую, замечательную собачку голубенькую мы с вами получим, если зайдем в эту игру и сделаем фотографию, нажмем. Она выглядит реально очень миленькой и подойдет, мне кажется, к большинству классных скинов. Ну что ж, переходим ко второму туториалу. А для этого, ребята, для того, чтобы мы с вами получили вторую бесплатную вещь, нам нужно подняться на второй этаж в этой игре. Почему я так медленно иду? Странно. И вот, ребята, наш второй ивент. Сейчас мы с вами вот сюда телепортируемся. Все, как только мы прогрузились, нам нужно с вами пройти вот это вот обе. С виду оно кажется простым. Вот посмотрим, как это будет в действии. Главная задача... Ой, ну, как всегда, я умею. Главная задача, ребята, это не нарваться на акулу. Thousand years later. В общем, ребята, у меня было, наверное, попыток 10, чтобы пройти и добраться до этого корабля, но у меня, к сожалению, прям до конца не получилось это сделать. Я так понимаю, главное вот дойти до самого краешку, где находится самая последняя акула, и там я уже получила бейджик, Roblox сжалился надо мной, и я наконец-таки получила свою бесплатную вещь. Так что, если вы так же, как и я, не можете пройти это обе, главное дойти до последней акулы. И даже если вы туда не попадете и вас сожрет акула там в самом конце, вы все равно получите бесплатный бейджик. Ну что ж, пойдемте, я вам покажу нашу бесплатную вещь. И вот такой вот гламурный образ вместе с нашей Baby Shark у меня получилось сотворить. Ребята, оцените от 1 до 10 в комментариях. Если честно, я себе очень нравлюсь, особенно с этими ресничками. Я даже подумываю приобрести их себе в реальном смысле, чтобы носить их. Ну что ж, ребят, и переходим к следующему туториалу на 6 новых бесплатных вещей. И следующие 6 бесплатных вещей мы с вами получим в этой игре. А именно, мы будем с вами вводить промокоды. Как только мы прогрузились в этой игре, бежим вот сюда вот на сцену. Затем нажимаем на буковку Е, и вниже у нас будет кнопочка Redeem код. Вводим наш первый код. И благодаря первому промокоду мы с вами получили вот такие вот наушники. Кстати, они реально очень классно сочетаются даже с моим скином в виде листиков и каких-то тут веточек на ней. Мне очень нравится. Переходим ко второму промокоду. И благодаря второму промокоду мы получили вот такие вот замечательные классные дискотечные очечки. Мне они, кстати, реально очень нравятся. Ну и благодаря третьему промокоду мы с вами получили вот такую вот кепку. К сожалению, она застревает в текстурах моих волос. Но если посмотреть с вами просто в инвентаре, выглядит она вот так вот. Может быть, на какую-нибудь другую прическу она лучше подойдет.
И вот такой вот, ребята, интересный, классный рюкзак мы с вами получили благодаря 4-му промокоду. Правда, мне пришлось немного поменять свою прическу, потому что, опять же, этот рюкзак застревал в текстурах. Ого, ребята, а благодаря 5-му промокоду, смотрите, какую классную вещицу мы с вами получили. Мне кажется, что это одна из самых крутых вещей благодаря промокоду введенному. Выглядит она реально очень круто. Ну и давайте я вам покажу последний 6-й промокод. И благодаря 6-му промокоду, ребят, получаем вот такую вот стеснительного какого-то гоблина. Я не знаю, на какой скин подойдет эта бесплатная вещь, потому что я попыталась снять, в принципе, все с себя, и все равно он застревает в текстурах моей головы. Ну, не знаю, не знаю, если, может быть, он к вашему скину подойдет. Как-то так. Ну что ж, в поиске пишем название следующей игры. Escape Running Head. Получается, мы будем с вами бегать от вот таких вот голов. Да, представляете, кто бы мог подумать, что в этой игре можно будет получить бесплатную вещь. Ну что ж, заходим в эту игру. Ну что ж, я уже прогрузилась в этой игре. И смотрите, ребят, сейчас мы с вами бежим вот в этот ивент. Все, как только мы тут с вами удачно прогрузились, мы тут с вами можем заметить, что вот так все классно украшено. И вот мы, кстати, можем увидеть ту самую худи, которую мы с вами сможем получить. Она такая немного в аниме стиле. Мне, если честно, очень нравится весь этот стиль. Можете посмотреть, как тут очень много различных прикольных тяночек. Ну что ж, ладно, давайте начнем нашу игру. И сейчас, ребята, наша задача пройти вот этот лабиринт. Кстати, он какой-то не такой уж вроде бы и сложный со стороны кажется. Наша главная задача — дойти вот до этой цели. Следовать нужно по красным указателям. И очень важно избегать вот этих аниме-голов, которые будут нас с вами преследовать, а мы с вами должны от них убегать. Эх, неудачно. Ну ладно, ничего страшного, в принципе, я тут засейвилась. Сейчас давайте заново. Ура, 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 ребята, бежим на финишную прямую. Слава богу, я от них убежала. И вот, ребят, как только мы пришли на эту сцену, сразу же получили наши бейджики с вами. Можем обратить на это внимание. Ну что ж, я вас поздравляю. Этот ивент был реально очень-таки быстрым и очень легким. Пойдемте с вами посмотрим, как выглядит наша бесплатная вещь. Попробуем составить какой-нибудь классный образ вместе с ней. И вот так вот, ребята, выглядит наша худи в инвентаре. Если честно, она очень классная, мне кажется, будет на мне... И будет очень классно на мне смотреться. Давайте сейчас примерим и пойдемте в каталог аватар. И, ребята, просто посмотрите, как классно эта худи будет смотреться на вашем скине. Правда, немного скрывает шею, но в целом очень неплохо. Я думаю, что вы все обязательно должны получить это худи, потому что если вы его наденете, то сразу же будете выглядеть как настоящий донатер, я вам отвечаю. В первую очередь мы пойдем с вами в эту игру, где получим аж целых 4 бесплатные вещи. Вот такое вот длинное название у нашей игры. И это вот та самая игра в первом окошечке. Ну что ж, заходим в нее. Ну что ж, я уже прогрузилась в этой игре. И для начала нам нужно сейчас пройти небольшой туториал. Вот, потому что без него мы не пройдем дальше. Бежим. Все, супер, идем дальше. Так, ребят, смотрите, для того, чтобы нам получить нашу первую бесплатную вещь, мы снова следуем по нашему путеводителю. Все, смотрите, нажимаем на буковку Е, далее бежим сюда. И, я так понимаю, нам тут нужно заполнить нашу леечку водичкой. Все, заполнили, и теперь бежим к нашим плантациям.
И смотрите, что нам нужно сделать. Нажимаем вот по нашему первому деревцу. Все. Высадили и, ребята, получили нашу бесплатную первую вещь. Пойдемте, я вам ее покажу, как она выглядит. И вот такую, ребята, просто наикрутейшую вещь мы с вами получили. Это коробка из-под кокосового молока. Если честно, мне прямо сейчас захотелось выпить это молоко, но, к сожалению, у меня в городе нету такого бренда. Ладно, идем дальше. Пойдемте возвращаться снова в эту игру. Покажу вам туториал на следующую вещь. А именно мы будем получать с вами голову. Так, ребятки, я вернулась в нашу игру, и смотрите, что мы делаем дальше. А дальше мы нажимаем вот на эту карту, которая находится в левом нижнем углу. И теперь нам нужно телепортироваться. Так, посмотрим, видите ли вы эту игру. Да, видите. Вот на это вот волейбольное поле. Собственно, что мы сейчас только что и сделали. И смотрите, что мы делаем далее. Мы подбегаем к нашему какому-нибудь, давайте, свободному мячику, и нажимаем на буковку «Play». И теперь, ребята, нам нужно с вами заработать около 200 очков для того, чтобы получить нашу бесплатную вещь. Для этого нам нужно подкидывать мячик и отбивать его. Ура, ребята, я уже тут за кадром поиграла, но в итоге я получила наш бейджик. Сразу же хочу сказать, по мне эта игра показалась не такой уж и простой, потому что у меня не очень все с волейболом. Но, в общем, ребята, знаете, что как только дойдете до 200 очков, вы получите этот бейджик. Главное, ребят, смотрите, давайте я вам просто покажу, как нужно правильно играть в этот волейбол. Как только вы нажимаете на бонус, главное следите за мячиком, чтобы он не коснулся, как вот у меня сейчас, зеленой территории. Главное всегда держать и нажимать только, когда мячик летит на красный. Надеюсь, вы меня поняли. Ну что ж, а я иду показывать вам эту вещь, которую я получила. Вот такую вот просто потрясающую бесплатную вещь в виде шапочки кокоса я получила. Мне очень нравится. Мне кажется, даже под мой скин эта голова очень подходит. Ну а я иду показывать вам туториал на третью бесплатную вещь. И теперь мы будем получать с вами третью бесплатную вещь, а конкретно такую прикольную объемную футболочку. Для того, чтобы нам с вами ее получить, нам нужно пройти все вот эти обе, которые находятся у нас на этой карте. На самом деле это будет сделать очень просто. Сейчас объясню почему. Мы снова с вами телепортируемся в первую очередь. Ну, в принципе, без разницы, порядок не важен. Но я начну вот именно с этого обе, потому что лучше его для начала пройду, потому что оно, как по мне, показалось самым сложным. И сейчас, ребят, мы просто нажимаем на Ешку. И в чем суть? Мы должны поиграть буквально чуть-чуть. Не обязательно до конца проходить это обе. Можно просто сделать пару ударов конкретно здесь. И теперь мы с вами идем в следующую игру. Теперь идем вот в этот плейс. Здесь нам нужно с вами немножечко помедитировать. И идем в следующее обе. Вот в эту игру. Нам тут с вами нужно пройти небольшое обе. Теперь бежим вот в эту игру. Все, закончили. И теперь идем вот на этот плейс. Теперь, ребят, все, мы на финишной прямой. Почти все закончили. Идем, ребят, к этому кружочку. Ну и тут, собственно, забираем наш Coconut Milk. И я нас поздравляю, мы получили с вами третью бесплатную вещь. И вот такую вот прикольную, ребята, синюю футболочку мы с вами получили. Согласитесь, то, что выглядит она реально очень круто. Ну что ж, а нам осталось получить еще две бесплатные вещи, чем я, собственно, и пошла заниматься. Идемте вместе со мной. Для того, чтобы нам забрать нашу последнюю бесплатную вещь, нам нужно бежать в направлении водопада. Следуйте за мной прямо сейчас. Вот, ребята, я вижу свет в конце туннеля. Мы с вами прибежали, и теперь нам остается просто забрать ее. Наш кокос. Все, ребят,
Посмотрите, мы получили с вами бейджик. Идемте, я покажу эту бесплатную вещь. И вот такая вот наша просто потрясающая четвертая вещь. Это у нас, видимо, скорлупа кокоса. Зацените, что выглядит реально масштабно и очень прикольно. Ну что ж, ребят, а теперь я иду показывать последнюю, пятую бесплатную вещь. И это у нас будут очень крутые бесплатные волосы. Нашу последнюю пятую вещь мы будем искать в этой игре. Я уже когда-то в ней получала бесплатные вещи, поэтому, ребят, обратите внимание на эту игру. В ней часто появляются крутые бесплатные вещи. Все, я прогрузилась уже в этой игре, и, ребят, сразу же хочу обратить внимание на то, что людей на сервере очень много. Все хотят получить бесплатные волосы, поэтому нам нужно с вами сейчас быть очень предельно быстрыми. Для этого, ребят, видим внизу вот такой вот поисковичок. Мы его с вами активируем тут вот сбоку. И теперь, ребята, ждем сигнала. А конкретно у нас должно быть появиться в центре экрана такой кружочек, по которому, ребята, мы будем с вами искать бесплатные волосы. Смотрите, ребят, как это будет происходить. На всей карте разбросаны какие-то определенные предметы, вещи. И наша задача найти один из этих предметов, в котором будут спрятаны наши бесплатные волосы. Надеюсь, вы меня поняли. Сейчас нам, ребят, остается только ждать вот сигнала. Он как раз-таки у нас сейчас появился. Как только, ребята, мы будем приближаться к нашей вещи, наш звук будет все чаще и чаще, громче и громче звучать. 2000 years later. Смотрите, ребята, я тут уже на этой карте нахожусь минут 5 и выяснила тут от моих подписчиков очень интересную информацию. Даже не то чтобы от подписчиков, а вообще от людей. Очень часто хочу сказать, что вот именно у этого дерева появляется бесплатная вещь раз в 3 минуты. И сейчас, ребята, я хочу вам показать, как эти волосы будут смотреться и выглядеть на мне, если эта вещь появится и я получу бейджик. Вот такие вот просто потрясающие волосы мы можем с вами получить, если выполним все условия в этой игре. Но так как мне просто-напросто лень их получать, если, ребят, у вас есть куча времени, и вы действительно хотите получить эти волосы, так как у вас нету других вариантов, то советую вам посетить эту игру. Ну что ж, ребят, а на этом наше видео подошло к концу. И если это видео было для вас интересным и полезным, то обязательно поставьте лайк, мне будет очень приятно. Ну что ж, скоро увидимся, до новых встреч!